Переменчивую погоду белорусы прочувствовали уже сегодня. Рано утром ураган обрушился на Бобруйск. Из-за сильного ветра произошло падение нескольких деревьев. На бульваре Прибрезенском зеленое насаждение упало на автомобиль, а на улице Глинки в капкане веток оказался гараж. Пока никто не пострадал, но сообщения о падениях поступают в МЧС довольно часто. Спасатели рекомендуют при сильном ветре учитывать некоторые особенности, такие как убрать со двора и балконов вещи хозяйственные, которые могут в случае с ветром улететь и причинить какой-то ущерб. Для автомобилистов советуем ставить машины в гараж, а если нет гаража, то вдали от деревьев или каких-то неустойчивых конструкций. Если во время сильного ветра вы находитесь на улице, также старайтесь обходить шаткие строения и повышенные участки, такие как линии электропередач, мосты, эстакады и тому подобное. Штормовое предупреждение касается большей части территории страны. Напомним, атмосферный фронт несет в Беларусь похолодание. В пятницу ожидается ветреная погода, грозы, местами сильные ливни. На юго-востоке Беларуси возможен град. Во многих районах усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Если во дворе, рядом с домом, есть ветхие деревья, по вопросу их удаления обращайтесь в жилкомхоз.